Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про Україну як чинник глобальної політики. З нами експерт зі стратегічних комунікацій Владислав Міхеєв. Я вас вітаю. Доброго. Власне, перше питання. Зараз у СМІ доволі активно обговорюють старт, фактичний старт президентської кампанії в США 2020. Чи можна зараз говорити про певних фаворитів? Це демократи чи республіканці? Сейчас, конечно, еще рано делать какие-то выводы окончательные, потому что мы видели по прошлым выборам 45-го президента США, как все динамично и неожиданно может измениться в американской политике, в выборе американского избирателя. Но сейчас... Если ориентироваться на ситуацию с праймеризами, которые сейчас вот идут и как бы в США, то понятно, что если мы говорим о республиканской партии, то практически Дональду Трампу, понятно, нет особой альтернативы. И, в общем-то, за годы президентства ему так или иначе удалось вокруг себя сгруппировать республиканское большинство. Другого кандидата такой значимости и такой поддержки у республиканцев, естественно, не будет. Это вот будет... То есть они утверждают, что 46-го президента не будет, вот на второй срок останется 45-й президент. Причем об этих планах баллотироваться на второй срок сам Трамп, как мы помним, заявлял сразу. То есть его первая предвыборная кампания, она была заявкой не на один президентский срок, а вот сразу на два. То есть вот... 45-й президент во вторую каденцию останется тот же. По прогнозам, желаниям и мнению республиканцев. Есть, конечно, конкуренты, но на поле республиканской партии это, будем так говорить, скорее всего, вот формальные конкуренты, дабы вот обеспечить ну, некую там... полярность вот такую политическую. Что касается республиканской, я прошу прощения, демократической партии, то там все намного сложнее. Мы видим, что по-прежнему фаворитом считается Джо Байден. Кстати, было заметно, что в свое время он ну, как бы пропустил вперед женщину, да, дал возможность Хиллари Клинтон баллотироваться на пост президента США. У него тоже были и тогда неплохие шансы, но мы помним, что он... Это про 16-й рейк. Да, 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 что он отошел немножко в сторону и как бы пропустил женщину вперед. Сегодня мы с большой долей вероятности можем увидеть противостояние в ноябре 2020 года Трампа и Байдена, но это можно расценивать как один из возможных сценариев. Почему? Потому что демократической партии, ну, разброс претендентов в разы выше. Там, наверное, сейчас претендует и участвует в праймерисе, претендуя на роль кандидата от демократов, ну, наверное, больше десятка, и все достаточно интересные. Обращают внимание, что такое вот просто, можно сказать, поход женщин
американок в политику очень мощный происходит сейчас. Очень много в праймерис участвуют именно женщин. Есть экзотические, допустим, там кандидатуры типа мэра Ньюарка, там штат Нью-Джерси, который является открытым геем, и вот он идет со своими достижениями на посту мэра, баллотируется, участвует в праймерис. Если говорить о в целом, что характерно для предвыборных каких-то вот программных месседжей этих кандидатов, ну, плюс-минус набор их программных предложений избирателям, он примерно однотипен. Он отличается, ну вот в основном, в отношении к марихуане, можно легализовать или нет, в отношении оружия, стоит ли по-прежнему оставлять его в свободной продаже или более ужесточить, а некоторые считают запретить как бы открытую продажу, свободную продажу оружия. Но красной нитью у всех кандидатов демократических идет легализация полная, значит, везде абортов. Одностатевые шлюбы, более лояльные отношения к однополым бракам. Во внешней и в социальной политике есть проекты бесплатного, ну, продолжая линию Обамы, вот это Обама-кэр, там, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование. То есть это такая вот нью-социалистическая, что ли, повестка, с которой идет вот большинство кандидатов от Демократической партии. В общем-то, нам, наверное, ближе то, ну или для нас, для Украины актуальнее то, с какой внешней политической повесткой идут демократы. Здесь тоже больших каких-то открытий не происходит. Они традиционно очень сильно критикуют политику Трампа. По-прежнему раскручивается идея, вот, скажем так, Трампа как некоего человека, находящегося под влиянием России и Владимира Путина. Ну и практически общим местом у них является более жесткая политика по отношению к России и по отношению к Ирану, более мягкая политика по отношению к Китаю. Мы знаем, что Трамп инициировал торговые войны с Китаем, которые все больше и больше набирают обороты. Вот на сегодняшний момент они где-то там 5-6 месяцев уже, в общем-то, длятся, эти торговые войны, и компромисса нет. Ну вот демократы как раз настаивают на том, чтобы внешняя политика Трампа, они ее считают провальной, чтобы она була пересмотрена кардинально. До речі, у цьому контексті є питання, чи варто Україні ставити на когось кандидатів? Зрозуміло, що вони лише влітку наступного року стануть відомі остаточно, як це було, скажімо, у 2016 році. Коли ми знаємо, основна маса естеблішменту українського виступила якраз проти Трампа. Ну, ми ж знаємо, що, как это сказать, звучали такие заявления от представителей «Слуги народа», что у них либертарианство является некой такой вот базовой идеологией, что ли, партийной. Да? Вот. Но есть в Америке такая партия, от нее в президенты будет выдвигаться очень экзотический персонаж. Раввин и по совместительству открытый гей. Это кандидат от либертарианской партии.
Ну, наверное, по идеологическим соображениям надо поддерживать, конечно, своего. Ну, это, естественно, шутка, да. Але в кожній шутці є доля шутки. Ну, це, безусловно, шутка. Понятно, що внутріполітична ситуація в Україні, вона дуже сильно буде зав'язана, вона вже зараз дуже сильно зав'язана на внутріамериканську політику. Україна є фактором внутріамериканської політики, і, відповідно, це все самим неожиданным и парадоксальным образом сказывается на политические расклады внутри Украины. Мы понимаем, чего хочет Трамп от нынешней власти. Он желает видеть некий компромат и раскрутку скандала вокруг сына Байдена, коррупционных каких-то вот схем, связанных с Бурисмой. Естественно, противоположный лагерь пытается все это купировать. Но на самом деле, если мы посмотрим на тот состав Кабмина, который мы сейчас имеем, на достаточно значительную часть депутатского корпуса «Слуги народа», мы увидим там много людей, которые связаны так или иначе с Соросом, ну и условно с демократической, с демократическим вот истеблишментом Америки. И в этом есть определенное противоречие, потому что, когда говорят о влиянии США на украинскую политику, то надо понимать, вот, что США тоже не едины. Там тоже существует жесткий конфликт элит, и не едины даже те группы и партии, которые мы воспринимаем как единые. Даже вот нет некой монолитности и одного вот какого-то взгляда на мир и будущее США и так далее внутри демократической республиканской партии. Мы вот перед этим описали, что там колоссальный разброс на самом деле там внутри демократической партии, но есть там, скажем, откровенные там такие вот как Сандерс, социалист, фактически. Да, практически социалист. Но есть еще более кандидаты, которые еще более радикальные, чем Сандерс. Биль Шливи. Да, Биль Шливи. Еще левей. Хотя, казалось бы, вот для США, которые всегда вот противостояли вот этой вот социалистическому лагерю исторически, да, кажется, что вот это парадоксальным, но тем не менее это так. Понятно, что такое засилье, наверное, вот небывалое во власти и законодательной, и исполнительной, людей, которых можно считать людьми, так или иначе связанные с демократической партией, с Соросом, с финансовыми кругами, оно в любом случае будет приводить к тому, что любые действия возможные Зеленского или других представителей власти украинской в сторону реанимации такое дело Байдена, они, конечно, будут купироваться. Вот на самом деле вот это заявление 40 конгрессменов о том, что батальон «Азов» должен быть причислен к террористическим организациям, это тоже является, по сути, элементом вот этой вот сложной игры на купирование Байден-гейта вот этого, или там Бурисма-гейта, не знаю, как сказать. А до речі, наскільки він може вплинути на хід президентської кампанії і на результат висування кандидатів від демократів? Чи кардинальним чином вплине, як ви думаєте? Ви маєте в виду... Справа Хантера Байдена. Справа Хантера Байдена. Ну, смотрите,
В сущности, позиция ж, она уже вплинула на позиции Байдена. Почему? Потому что он уже не является безоговорочным лидером по замерам. То есть он кое-где уже начинает проседать, и немножко вот это лидерство его, скажем так, размывается. То есть вполне вероятно, что репутационные риски для демократической партии будут настолько велики, что мы увидим на выборах в ноябре, мы не увидим эту пару Трамп-Байден. Вполне вероятно, что мы увидим какую-то пару Трамп и, ну, некая там, скажем, версия Хиллари Клинтон 2. Возможно, это будет женщина. Там есть достаточно много ярких кандидатур женского пола, демократов. Но я встречал такие исследования, они же тоже замеряют пары, да, где говорится о том, что любой другой кандидат, в том числе и женщина, он Трампу проигрывает. Трамп опять, общество на самом деле достаточно поляризировано в Америке, но Трамп четко работает вот на тот электорат, благодаря которому он выиграл. И он, в принципе, считает, что ему нужно своих сторонников максимально мобилизовать. Я, в частности, разговаривал со своими приятелями, которые живут в Америке. Они очень активные республиканцы. Вот прям активные республиканцы. Их мотивация такая, что... Почему они поддерживают Трампа? Что Трамп, скажем так, реанимирует то лучшее в капитализме, что в нем есть. То есть это уважение к частной собственности, это поддержка бизнеса, это лоббирование тех, кто, в принципе, занимается каким-то своим делом. Вот эти люди, они рассматривают Трампа как капиталиста. И все попытки так или иначе демократов за их счет, за счет бизнеса, за счет капиталиста, за счет собственника, увеличив на него определенную нагрузку, раздавать социальное благо, ну, неким там малоимущим, безработным, эмигрантам и так далее и тому подобное, они воспринимаются вот этим сегментом в штыки. Они действительно боятся вот этих демократических инициатив, они не понимают, почему их деньги должны, ну, они их считают кровно заработанными, перераспределяться в пользу, как бы, тех, кто не працює фактично. Да, они, ну, будем говорить, лентяев, которые они считают бездельниками, лентяями, которые не хотят работать. И вот этот вот раскол, он, конечно, очень сильно поляризует общественное мнение, электорат в Америке. И Трамп четко будет делать на вот этот вот, скажем так, сегмент людей, которые воспринимают себя как работяги, как локомотив американской экономики, реальный сектор. Ну, вот тенденции пока такие. Якщо говорити не про президента Трампа, а про президента Зеленського, який провів останнім часом дуже багато двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, в тому числі з Дональдом Трампом. Наскільки, з вашої точки зору, він не склався як політик міжнародного рівня? Ну, наверное, сложно говорить, що Зеленський представляє собою якусь значительну фігуру в какой-то глобальной политике, но хотя бы в силу того, что невозможно быть глобальным лидером, представляя страну, экономика которой в мировом ВВП занимает, там, наверное, даже
меньше статистической погрешности. То есть наш политический вес, естественно, он коррелирует с нашим экономическим влиянием, которого, в принципе, нет. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что президент, в общем-то, только сейчас начинает делать какие-то там первые шаги на международной арене. Наверное, мы увидим какие-то еще интересные, там, яркие заявления, выступления. Пока, наверное, особых каких-то прорывов, мне кажется, в этом отношении нет. Продолжая ваш предыдущий вопрос, стоит ли, как себя стоит позиционировать руководству страны Владимиру Зеленскому по отношению к возможным кандидатам на американских выборах. Ну, мы видим, что в принципе Зеленский все-таки пытается какую-то дистанцию держать. Учитывая, видимо, опыт своего предшественника, который, ну, во многом поплатился вторым сроком президентства, помимо всего прочего, из-за вот своей позиции по отношению к Клинтону, да, сделал неверную ставку. Вот. Зеленский повторять этот печальный опыт не хочет, но мы не знаем пока, как будет развиваться ситуация. Возможно, выбирать все равно рано или поздно придется. Чи слід, з вашої точки зору, точніше, навіть не чи слід, а чи є перспективи розвитку економіки України, двосторонніх економічних відносин з іншими потужними економіками, окрім Сполучених Штатів, скажімо, таких як Китай, як та ж Саудівська Аравія, інших? Ну, якщо для нас, ну, давайте говорити так, ще недавно традиційними ринками во многом являлись ринки СНГ. Эти рынки мы, ну, не то чтобы потеряли, но окно совершенно невероятных возможностей, которое еще существовало там определенное время назад, там 15 лет назад, 10 лет назад, оно на том же российском рынке, оно сейчас схлопнулось, там конъюнктура для нас, допустим, на российском рынке не самая благоприятная. Не самая благоприятная конъюнктура, как мы видим, и на европейском рынке. Там есть свои производители. Нам, скажем так, Евросоюз готов уступить место вот по минимуму. Да, мы очень быстро, квотування и таке інше. Да, мы быстро очень исчерпываем те мизерные квоты, которые нам дают на поставку различных товаров, продукции в страны Евросоюза. То, что нам остается, это, в общем-то, Ближний Восток, азиатские страны. Китай, Египет, это в основном Турция, которая берет много продукции металлургической и так далее. Ну вот даже если мы берем Турцию, мы помним, что США уже начали экспериментировать с санкциями против Турции, ввели ограничения на турецкий металлопрокат, но сырье для этого Турция брала в Украине, там достаточно большие объемы. То есть санкции Америки против Турции бьют, соответственно, по металлургической отрасли в Украине. Мы же не можем предложить, ну, какой-то продукт высокого передела. Все эти места уже заняты. Нас все равно рассматривают как некий сырьевой придаток мировой экономике. Вот. Мы, кстати, видим очень негативную тенденцию. Останавливаются заводы Петровка, ДМК в Днепропетровской области. Есть проблемы на мариупольских металлургических комбинатах. То есть тенденция на самом деле очень опасная, поскольку металлургическая отрасль наша была одной из локомотивных, генерируя достаточно много валюты наряду с агросектором. Но сейчас мы видим, что очевидно, что мы теряем очень много в этом направлении. Очевидно, что нужно, об этом все говорят, это практически общее место, что нужно развивать внутреннее потребление, внутренний рынок.
И здесь, в общем-то, непаханное поле для этого. Он может быть, развитие внутреннего национального рынка может быть драйвером для как бы завоевания, нащупывания каких-то новых ниш и на внешних рынках. Но пока мы не видим, к сожалению, ни от предыдущих кабминов, вот, которые были при каденции Петра Алексеевича Порошенко, ни каких-то внятных шагов нынешнего кабмина в этом направлении. Будем надеяться, что все-таки здравый смысл и чувство сохранения правящих элит в Украине все-таки каким-то образом возобладает. И помимо дележа ресурсов, которые сопровождают каждый раз наши политические циклы, наш правящий класс все-таки приступит к каким-то системным стратегиям по развитию экономики. Не можу не задати таке питання вам. Чи готовий, з вашої точки зору, президент Зеленський станом на зараз до зустрічі з президентом Путіним? Ну, я думаю, що він готов. Чому б ні, як говориться. Я думаю, що і готов ли Путін, от я не знаю. Але це залежить їх зустріча і, головне, результативність цієї зустрічі. Вона залежить, знову-таки, від такого колосального числа факторів внутрі України, вовні України. Посил, в принципі, зі сторони западних лідерів понятен. Зі сторони Трампа, зі сторони Макрона. Україну так или іначе підталкивають к тому, щоб вона вела більш інтенсивний діалог з Росією. Ну, наверное, в такой інтенсифікації цього діалога встреча Зеленського і Путіна, вона була б вполне логічною. Вот. Понятно, что для того, чтобы она была результативной, ее нужно готовить, серьезно готовить. И опять-таки для этого, для наших украинских дипломатов нужен высокий профессионализм, терпение, оценка адекватная расклада геополитического в мире. Мы понимаем, что, конечно, Зеленский обещал принести мир, и мир на Донбассе – это практически вот краеугольный камень и смысл его президентства, поэтому он так или иначе будет предпринимать усилия для того, чтобы мир на Донбассе наступил. Ну, насколько ему это удастся? И удастся ли встреча с Путиным, пока непонятно. Мы видим, что какие-то контакты уже были, телефонные разговоры между двумя президентами были. И я думаю, что, скорее всего, они найдут продолжение. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з експертом зі стратегічних комунікацій Владиславом Міхеєвим. На все добре.